Прошедшая конференция отличается от уже прошедших семинаров и прошлогодней конференции какой-то очень-очень позитивной энергетикой, заряжающей прямо на работу, мотивирующей. И в первую очередь, я думаю, это за счет специалистов, которые проводили мастер-классы, вели эти семинары, потому что все именно настолько с позитивом преподносилось, что я сделала вывод, если в прошлом году мы говорили о проблемах, связанных с расстройством аутистического спектра, то в этом году уже какой-то идет ракурс больше на возможности, на будущее, на уже результаты проведенной работы. И, естественно, как психолога больше всего меня мотивирует всегда динамика, какие-то результаты работы. И от прошлого года, благодаря этим семинарам, полученные знания и примененные на практике, я и увидела эту динамику, и мне кажется, прошедшие конференции и семинары, они как раз являются такой метафорой развития этого особого ребенка, потому что, да, начинать как-то сложно, а сейчас мы говорим уже о таких действительно вопросах сложных, и это говорит о том, что мы ушли далеко вперед и в развитии наших детей, и в развитии вообще этой темы не только на уровне Москвы, да, на уровне нашей страны. Спасибо большое.